Так, всем привет! Мы сегодня будем тестировать новые горячие ножницы Jaguar. Вот, вы можете приобрести на сайте zsus.com. Максим будет тестировать полотно шестерка, четвертый класс. Что, как его ощущения? Ну, в первую очередь хочется сказать о том, что полотно действительно защищенное. Это самое главное. Карбоновая накладка. Да, отлично. Когда были предыдущие ножницы, это было два варианта, которые грелись очень плохо. И клиенты, и мастера могли получить ожог. Да. В новых ножницах такого уже нет. Да. Давай поговорим про преимущества. Какие... Плюсы. Ну, что хочется сказать хорошего. Вот самое главное, это то, что четвертый класс. Да, здесь это ощущается, потому как ножницы... предыдущие какие были? Предыдущего поколения были второго класса, но там было такое ощущение, как будто это был первый. Честно, я работал долгое время и все время не мог понять, как можно было за такие деньги продавать ножницы первого класса. В этом варианте все намного интереснее, качественнее. Здесь сразу можно работать и понимать то, что волосы прекрасно простригаются. Это просто вещь. Ну, уже другие деньги и другое качество. Мы какую температуру сегодня выбрали для девушки? Покажи, Дамира, пожалуйста. Там есть температура трех режимов. Там 100 градусов, 120 и 140. 100 градусов – это тонкие волосы, 120 – нормальные волосы, 140 – это густые волосы. Сегодня наша температура – это 120. Это средний режим. Да, средний, вот. Самый такой оптимальный вариант. Он подходит и к тонким волосам, и уже более к толстым. Ага. Если брать третий режим, он немножко поджигает. Как бы оставляет от себя следы. А для густых волос он все равно же подойдет? Да, но при этом густота должна быть у клиентки. Это то, что сейчас очень редко встречается. Угу. Чаще всего это вот короткие, средненькие, вот такого плана. Я понял. Как ощущение, кстати? Ну вот если посмотреть, да. Предыдущие вот. И снова. Я сделаю сейчас пушистый такой вот момент для того, чтобы посмотреть. То есть сразу понятно, да, четвертый класс и срез. Вот он, как он выполняется, очень качественно, хорошо. Угу. Нет ожога на волосах, да, вот если мы присмотримся, четвертый класс, мало того, что это сталь хорошая, и плюс это еще горячее полотно. Угу. Я своим клиентам рекомендую, очень хорошая вещь. Скажи, пожалуйста, плюсы горячих ножниц, кто, например, не знает, или кто хочет приобрести горячие ножницы? В первую очередь это касается тех людей, которые занимаются волосами, в том плане следят за ними очень хорошо. То есть подборка шампуней, раз. И во-вторых, это вот горячее полотно. Угу. Горячим полотном у вас будет происходить эффект удаления вот этих посеченных кончиков. И это все приводит к тому, что полотно выравнивается и волосы становятся более ровными. Да. Белые точки уходят. Угу. Мирам, хочу сразу сказать, что процедуру нужно выполнить как минимум 2-3 раза. 2-3 раза. Да. Но это еще зависит, как она еще ухаживает, например. Вот многие люди считают, я просто комментарии прочитал, негативно относятся, например, где-то 60% на 40% примерно, плюс-минус. 40% это положительно. Но все равно люди, например, комментарии пишут, мне кажется, что это все развод. Ну как можно так говорить, если человек не пробует и не знает, какие будут... Да, но в первую очередь мы как? Мы же снимаем видео для мастеров, правильно? Да. То есть мы хотим рассказать о том, что ножницы качественные, это совершенно другие ножницы, не те, которые были перед этим. Угу. Вот. А клиенты ваши оценят это однозначно и 100%, потому что, взяв в руку, даже самому мастеру приятнее становится работать. Те мастера, которые никогда не работали горячим полотном, они не оценят этого. Поэтому нужно пробовать, нужно ставить себе цели и пробовать покупать. Да, потому что это совершенно другой уровень. Да. Мы же все работаем для того, чтобы расти. И вот наш рост, один из вариантов, очень хорошо показан в этом варианте. Угу. Вот мы прорабатываем, вот я уже несколько раз прошел. В принципе, да, вот здесь я проходил, кончиков посеченных уже нет. Угу. Я еще немножко миллиметраж пройду и будет то, что нужно. Да. Сколько процедур? Как ты говорил, 3-4, да, процедуры? 2-3. Но это индивидуально все 2-3, 100%. Равно. 2-3, да? Да. И промежуток между... Сколько должен быть? Месяц-полтора. Месяц-полтора, да? Да. Самый лучший период – это когда вот клиентка поносила вашу стрижку 1,5-2 месяца. Вот, ну, это максимум 2. Угу. И приходит, чтобы опять обновить кончики. Я считаю, это очень хороший момент. Я понял. И, смотри,
Это, например, для тех людей, которые хотят ножницы приобрести. Если ножницы сломались, что делать, куда обращаться? Например, у нас есть год гарантии обслуживания после года. Пока... В первую очередь это гарантия. Конечно. То, что вы предоставляете, это самое главное. Да, потому что если ножницы ломаются по вашей вине или по нашей вине, все равно вы отправляете нам ножницы, либо приходите к нам, и мы устраняем все неполадки. В беде своих не оставляем, как говорится. Да, это самое главное, потому что многие продавцы, они как бы только являются продавцами. Я понял. Бросают парикмахера на растерзание. Вот, например, когда новый инструмент человек покупает, часто спрашивают, что выходит из строя, например, первый раз. Часто, например, вот сколько уже ножниц продали, самое часто приходит поломанные именно вот посадочное место, вот можешь на секунду зафиксировать, вот где соединятся ножницы и шнур сам. Там есть гнездо, и аккуратно надо его на посадочным местом. Да, как бы все равно внимание приблизить к этому, потому что здесь многие мастера будут получать вариант неопытности. Да. Здесь нужно все делать хорошо, четко и проверять. Угу. Если вы первый раз делали калибровку, все, оставляйте ножницы в таком состоянии и больше ничего не делайте. Вам да. Если более подробно вы хотите характеристики узнать про ножницы, я уже снимал видео, и в конце видео ролика высветится квадратик, вы можете перейти по ссылке. Еще один момент, шнур. Вот, надо обязательно не делать так, как делают все парикмахеры, вот это вот, вот он шнур, вот он красивым моментом лежит. Если вы будете за ним ухаживать, он прослужит длительный период. Шнур у нас 3 метра, кто не знает. То есть, Мира, покажи еще раз шнур, вот я покажу, что такое неправильное. Неправильное – это когда он у вас вот в таком состоянии, да? То есть, шнур должен у нас быть ровный. Ровно. Я понял, да. Можно ли заточить ножницы горячие? Конечно, можно. Все услуги у нас есть на сайте. Вы можете на сайт zevsus.com, услуги заточки, там есть рубрика. Вы можете зайти посмотреть, либо написать личное сообщение на мой номер телефона. Потом, если люди боятся покупать горячие ножницы, и за сколько время оно окупится? Расскажи, пожалуйста, примерно соотношение. Примерно. Вот ножницы на сегодняшний день стоят, на экране я выведу, 30 тысяч. Да. Ценовая политика какая? 30 тысяч. Вот, 30. Глаза открой. А вот так вот, хорошо. 30 тысяч, это сейчас стандартный момент, да? Да. Ну, парикмахеры же знаете, да, все любят считать всегда. И самое главное... Это, ну, мне кажется, мы все любим считать. Когда же окупится то, что я покупаю? Я хочу сразу сказать, что это ножницы не для тех жадных парикмахеров, которые даже себе зажим не могут позволить купить раз в месяц. То есть это ножницы для того, чтобы приносить радость, удовольствие клиента. То есть у вас есть свои клиенты, вы покупаете такой инструмент и делаете клиентам радость, приносите им удовольствие. Окупаемость – это такое очень плохое слово сейчас. Его все меньше и меньше и меньше парикмахеры используют в своем лексиконе. Но если грубо посчитать, да, я считаю, что в принципе среднестатическому мастеру необходим год для того, чтобы эти ножницы окупить. Но это при условии одной стрижки в неделю. То есть, если мастер будет выделять себе 2-3 стрижки в неделю, все, это уже в 2-3 раза принесет эффект дохода. То есть, это реальный доход. Да, и я хочу заметить то, что горячие ножницы – это своеобразная фишка. И когда человек узнает, клиент узнает, что у вас есть горячие ножницы, у вас, например, совершенно другой уровень, мне кажется. Потому что ножницы у вас стоят 30 тысяч. То есть и соотношение стрижка тоже будет совершенно другие деньги, чем обычными ножницами стричь. И мне кажется, если на сегодняшний день мы живем в городе Запорожье, и найти на проспекте 10 парикмахерских, мы зайдем, ни у одного не будет горячие ножницы, мне кажется. Потому что это... В городе Запорожье соотношение где-то может быть 10 людей. Да. Фишка очень интересная. Да. Я хочу сказать, что в принципе у нас очень есть салоны, которые могут себе это позволить, но боятся. Боятся, что ножницы просто не будут приносить прибыль. Я считаю, что у вас в каждом салоне есть 2-3 топовых мастера, которые могут вам приносить прибыль. Вы просто не хотите выходить на уровень. Да. Тем более люди, когда узнают, вы должны объяснять, что это такое. Потому что у девушек часто, например, секущие волосы, например, да? И что, как решать этот вопрос? Ну, Мира, давай, один из этих способов. Сделаем эксперимент вот сейчас на нашей модели. Вот я покажу вот это полотно, которое не обрабатывалось ничем. Клиентка просто пришла и села. Угу. Вот,
Если даже очень-очень присмотреться, вы все равно не увидите здесь посеченных концов. Нету их. Угу. Нету. И я могу показать вот эту сторону чистую, которую я не трогал. Вот разница. Мирап, смотри, на черном виде, как оно вот все смотрится. Вот они все белые точки. И это только первый раз. Да. Разница колоссальная. Кстати, а вы стригли с горячими ножницами вообще? Да, первый раз, да? Я понял. Что еще там у нас? Про плюсы мы поговорили. Какие минусы у горячих ножниц? Мне кажется, это цена. Да. Нет, не цена. Цена, а как что? Бы, это не минус в первую очередь, а это такой вот специфический момент, но его нельзя назвать минусом. Это достижение, это опыт, это вложение, это не минус. Минус есть. В первую очередь минус – это ожог. Ожог, мастер, да? Если он не профессионал и имеет такой какой-то маленький опыт работы, да. То есть как бы очень нужно остерегаться ожогов, потому что мало того, что это четвертый класс, порез и плюс еще ожог. То есть это очень опасное дело. Второй момент – клиент. Да? То есть у клиента есть уши, нужно об этом помнить обязательно, и есть кожа. Челку, допустим, подровнять прошлыми ножницами было очень тяжело. Многие мои мастера, которые у меня обучались, все говорили о том, что вот, Макс, а у нас проблема, мы там могли сделать ожог на лбу или еще где-нибудь. То есть в этих вариантах, в этих ножницах вообще это отсутствует. Почему? Потому как вы можете выбрать даже тот момент вот полотна, я ложу на него палец, он холодный. То есть, если даже подвести или что-нибудь убрать, это уже возможно с этим полотном. Предыдущих этого не было. Все боялись и говорили, я там оставила ожог. Или же снятие волос на пальцах тоже могли зацепать. И это было очень неприятно, было очень больно. Сейчас вот нижнее полотно, вот я его вожу, нормально, все. Тепленькое, просто тепленький вариант. Да, я не переворачиваю на эту сторону, потому что она немножко горячая. Но здесь нормально. Даже если мы по пальцам пройдем, очень даже хорошо. Поэтому технику безопасности нужно помнить. Не забываем, это самое главное. Вот наши посеченные кончики, вот мы их обрабатываем. Ну, я считаю, что разница есть. Вот я ее вижу на той стороне, на затылке очень прекрасно видно, когда кончики убирают. Вот мы сегодня делаем съемки, я ехал, у меня уже два мастера просили попробовать цены узнать и хотят купить, потому что многие люди сейчас или мужья работают, или знакомые где-то за границей. Там это вообще нереально дорого. Здесь есть возможность купить, приобрести. И я считаю, вы их быстро отработаете. Даже ваши знакомые, даже пускай вот все подруги, которым вы сделаете рекламу в Инстаграме или еще где-нибудь, все захотят попробовать эту фишку. Так что, если у кого-то какие-то вопросы возникнут, вы можете прямо написать в Viber на мой телефон. Да, пишите. Либо звоните, либо пишите под видео комментарий, что вы думаете вообще. Есть. Вообще посеченных концов нет. Прекрасно. И, кстати, скажи мне, пожалуйста, вот девушка пришла, например, посеченными кончиками. Сколько надо стричь, чтобы где-то сантиметр, два, три, примерно, высота? Потому что... Да, я покажу сейчас, вот, буквально вычищем трень, и я покажу, сколько нужно снять. Ну, допустим, вот такая вот часть. То есть многие говорят, что кончики, я не хочу концы снимать. Ну, вот это вот самый стандартный максимум, который можно. Можно и больше. Но, в принципе, вот, прекрасно. Отлично. Да, нету никаких там обожженных концов, как многие говорят, у вас там запаиваются концы, видно, пеньки, ничего нету. Смотрите, чистота. Да. Какие у нас есть ништячки в комплекте, можно так сказать? Ну, самый прикольный вариант — это коврик. Посмотрите, какой коврик классный. На коврик можно ложить ножницы. В первую очередь они не падают, во-вторых, они не прожигают, не оставляют пятна на рабочем месте. Это очень интересно. Вот. Поэтому как бы без коврика. Раньше был коврик такой, он ворсистый, он немножко был плохой. А в этот раз коврик прорезиненный, очень даже удобный для мастера. То есть, Мирап, ты показал, да? Видел? Да, я показал коврик. Вот. Ну, дальше мы пройдем самую
проблемную зону, это наша макушка, это те места, где клиент чаще всего подвергает это все сушке феном. Угу. То есть сейчас я немножко поработаю, покажу вам разницу. Угу. Сейчас покажем мы слайсинг, вот, для того, чтобы мастера увидели, что ими можно не только снимать кончики, а можно также и скользить. Да? Видно, заметно? Да. То есть вот. То есть не пригорает, ничего не убирается. Все угу. То есть вот наши кончики, вот мы их прорабатываем. А можно сделать, например, комбинировку, основную массу снять обычными ножницами, а самые проблемные места горячими ножницами, либо или сразу надо делать процедуру? Надо сразу делать все горячими ножницами. Я потому понял. Что у вас будет частично получаться что-то прямым полотном отбитым, ага. А частично горячим ножницами. Нет, это не получится. Это все равно, что есть бутерброд с черной икрой. Да, мы частично намажем с черной, а частично так вот будет. Хорошая шутечка, братан. То есть это будет очень неинтересно. Хорошо, поэтому все делаем, все только горячими ножницами. Слайсинг, point cam, pointing, все можно выполнить этим полотном. Ничего не пригорает. Все. Кстати, Максим проводит обучение. Кто хочет стать парикмахером либо барбером, я ссылку под видео укажу на Instagram. Instagram. Переходите, спрашивайте. Вот мы проходим кончики верхней зоны, которые очень-очень пушистые. Потом мы в конце покажем без фена, без расчесывания, чистый эффект наших горячих ножниц. Угу. Чем отличается горячими ножницами стричь и именно вот этим с огнем? Ну, в первую очередь, спиртом с помощью тампона делают на влажных волосах. Там все пушковые волосы вы не поднимете хорошо. Угу. А здесь есть эффект того, что можно посмотреть наглядно. Да, вот есть посеченные там остатки, мы можем это все убрать. Угу. Спиртом это только на влажных волосах и только это ориентировочно где-то процентов 25-30 из 100 будет убрано. Если горячие ножницы, то это 80-85. Угу. А вот эти волосы, они могут ровные быть, вот этот, вот эта тема? Только когда перемоем. Перемоем, высушим, тогда да. В дальнейшем, в данный момент, это когда мы прошли сейчас, и вот я могу посмотреть чистые однотонные волосы. Просто они пушистые, они подвиваются, это самая сложная структура. Угу. Но на них мы уже более-менее прошлись первый раз, уже видно эффект. Угу. Особенно это хорошо для окрашенных волос. То есть, если вы сделаете окраску клиенту, сразу проработаете их горячим полотном, вы запаяете и точно будете уверены, что никаких белых точечек не появится. Давай поговорим в конце. У тебя были ножницы горячие, предыдущая модель. Горячие ножницы первый раз держишь, новые. Полотно шестерка. В чем отличие? Ну, в первую очередь, хорошо ложатся в руки. Вот самое отличие, когда
здесь уже эргономика. По-моему, на тех даже я помню, что были классические исполнения заказ. Там то может быть полуэргономика, я на экране... полуэргономика. Сейчас здесь эргономика, их очень приятно держать в руках. Во-первых, они как-то почему-то такие вот толстенькие и очень удобно. Что это самое главное? Фиксация в руках и контроль. То есть из-за того, что толщина большая, можно их хорошо контролировать. Что самое еще? Ну, нагревается вверх, он практически для мастера безопасен. Да? Вот, низ, который мы можем приложить и отработать, очень хорошо и безопасно и для мастера, и для клиента. Это плюс. Почему покупать? Покупать нужно, потому что нужно расти, нужно развиваться. Это как бы и новые цены, и новые возможности, и также новые клиенты. Я понял. Насчет процедуры мы с тобой поговорили, что 3-4 раза надо делать. Но да. Это все равно индивидуально, мне кажется. Но я хочу сказать, что процедуры могут быть разные. То есть вы можете не только использовать горячие ножницы, вы можете подключать туда и фен цианизации, вы можете утюг паровой подключать. Также у Мираба можно заказать к этому утюгу специальное масло для заправки. И можете делать такой вот комплекс процедуры, это очень выгодное дело. Да, я понял. Хорошо, спасибо тебе большое. Пожалуйста, до скорого.